Скорость и ловкость в приоритете. На Кубок Юры по пожарно-прикладному спорту съехались более 80 юношей и девушек из Нефтеюганска, Югорска, Нижневартовска, Сургута и других городов округа. В этом году состязания разделили на два этапа, в каждом из которых участникам предстояло выполнить базовые элементы пожарной подготовки. Девушки, юноши выполняют два вида элементов пожарно-строевой подготовки. Это подъем по штурмовой лестнице, а также преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Это прикладные упражнения для пожарных в данном случае. За награду и победу боролись 6 сборных, в составе каждой из них как начинающие, так и опытные спортсмены. Екатерина Бойко занимается пожарно-прикладным спортом уже 5 лет, но до сих пор считает, что ей есть куда расти. Я пробежала первую попытку хорошо, но надо доработать. Нужно ускорить бег в прямую дистанцию и лесенку. Юноши, в отличие от девушек, должны были не просто забраться по лестнице, а пробежать с ней дистанцию, забросить на стену и только после этого подняться. Задача не из легких. Я хотел бы попасть на сборы за Ханты-Мансийский автономный округ. Ну, соперник, мне кажется, был такого же уровня, как и я, но, может, чуть лучше. У меня лично не получилось это прыжок с лестницей, но я его тренирую каждый раз, вроде получается. Опытные спортсмены провели показательные выступления. Екатерина Чендакова, многократная чемпионка мира по пожарно-прикладному спорту, отметила, что для начинающих важно видеть вживую, каких результатов можно достичь упорным трудом. Многие дети только впервые видят этот спорт, знают только о нем на тренировках. А на соревнованиях это уже совсем по-другому выглядит, гораздо зрелищнее. И чтобы знали дети, к чему можно стремиться и до какого уровня достигать, и, следовательно, готовиться на тренировках более правильно, полноценно. По результатам соревнований в командном зачете первое место занял Нефтеюганск. Следом за ними расположились сборные Сургута и Югорска. Из отличившихся спортсменов тренерский состав сформирует сборную Югры, которая уже в марте отправится на чемпионат России в Уфу. Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.